Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем играть Oblivion. Мы находимся у гробницы, которую зачистили в предыдущей серии. Теперь наш путь лежит в храм облаков, там, где находится Мартин, потому что именно он просил у нас этот артефакт достать. Так что в последнее время мы в основном служим у него на побегушках, но это по-своему неплохо, потому что в результате, когда мы посадим этого человека на трон, можно будет получить со всего этого нехилые барыши. Это, на мой взгляд, круто. Я думаю, нам воздастся за все, что мы сделали. Мужчина, вы откуда тут появились? Я вас не звал. Если кто не понял, кто это, то я напомню, что это напарник, которого в свое время я принял в свои ряды. Но в итоге, когда мы попали в ту самую страшную пещеру боли и страданий, он меня бросил. И как я уже говорил в предыдущей серии, в результате я дал ему ножа в бок. И он упал бездыханным. А сейчас я оборачиваюсь и вижу его тут. Да, уважаем. Я не совсем понимаю, как ты жив и что ты тут делаешь. Ну, теперь уходи. Да. Я не считаю нужным, я тебе не да доверяю. Не оставит тебя мать ночи без своего внимания, великий слушатель. Хорошо. Так, ну что, понесли этот великий велкингский камень. Интересно, что это такое вообще? После этого надо будет наведаться в Брому и починить свой лук, потому что он в печальном состоянии. Но теперь время действовать, не говорить. У нас еще много работы. Пусть твой меч всегда разит точно в цель. Клинки крутые. Интересно на Джоффри посмотреть в новом обличье, да? Ну, я не думаю, что он сильно изменился. При всем уважении, сир, должен быть другой выход. Риск слишком велик. Что происходит? Я знаю о риске. Я был в Куатче, но другого выхода нет. У нас нет выбора. Графиня никогда не согласится на это. Согласится. Она должна. Что тебе нужно, друг? Хорошо. Клинки, как всегда, в вашем распоряжении. Так, ладно. Не хочешь объясниться? Ах, вот ты где. У меня есть хорошие новости. С возвращением! И тебе удалось добыть великий камень. Обещание дороже золота. Действительно. Я могу положиться на тебя. Отдаем камень. Никогда не думал, что доведется держать в руках великий велкинский камень. Он действительно прекрасен, как и гласят легенды. Но, конечно же, его красота лишь маскирует его смертоносную силу, как и у всего, что создано Айлейдами. Теперь нам осталось найти... Всего один предмет, и мы будем готовы открыть портал в царство Манкара Камарана. Что это за предмет? Мне надо было догадаться раньше. Это противоположность великому велкинскому камню. Помни, первые два предмета противопоставляют друг другу власть Дейдра и власть богов. Велкинские камни содержат концентрат энергии Мундуса. Их противоположность — сигельские камни — используется для удержания врат Обливиона открытыми. Великий сигельский камень. Вот что нам необходимо. В чем тут соль? Тебе это не понравится. Джоффри это уже не нравится. Графине Брумы это тоже определенно не понравится. Великие сигельские камни служат якорями для великих врат, наподобие тех, что мифический рассвет открыл в Квачче. Именно такие врата мифический рассвет хочет открыть здесь, чтобы уничтожить Бруму. Так мы позволим им открыть эти врата? Я же сказал, тебе это не понравится. Я знаю, риск велик. Я был в Квачче и видел ужасную силу осадной машины Дейдра. Но у нас нет выбора. Единственный способ вернуть амулет королей — это позволить мифическому рассвету притворить в жизнь свой план атаки на Бру. Это достаточно безумно. Ну да ладно, здесь ты будешь в безопасности. Нет, я лично возглавлю оборону Брумы. Если я должен стать императором, пора начинать действовать, как пристало главе империи. Риск слишком велик. Я возглавлю битву. Помнишь нашу первую встречу в Квачче? Я сказал тебе, что не хочу быть частью какого-то божественного плана. Я все еще не уверен, что этот божественный план существует.
но я пришел к мысли, что это не важно. Важно только то, как мы действуем. Мы должны делать все необходимое, чтобы противостоять злу. Таковы были твои действия в Квачче. Тебе мы обязаны спасением, а не богам. Тебе пришлось действовать за богов? Я не знаю. Но теперь пришло мое время действовать. Как прикажешь. Пожалуйста, друг мой. Я нуждаюсь в твоих советах, а не в слепом повиновении. Я объяснил тебе свою позицию. Надеюсь, теперь ты меня понимаешь. И мне важно, что ты сможешь объяснить все это графине. Я боюсь, чтобы убедить ее, придется приложить усилия. Это реально какое-то безумие. Я немедленно проинформирую графиню. Хорошо. Пусть она встретится со мной в часовне Талоса для проведения военного совета. Это подходящее место для обсуждения таких отчаянных планов. Окей, я с ней поговорю. Но вы понимаете вообще, что мы просто выполняем часть плана врага. Мы пустим сейчас врага в Бруму ради какого-то камня. Ну, это нам в целом, конечно, поможет, но какой ценой, блин? Я считаю, что это довольно опасно. Круто. Так, ладно, пойдем. В принципе, на этом, я так понимаю, мы пока с основным квестом закончим. Сейчас мы пойдем маленько починимся, потому что, блин, у нас лук вообще сломан. Джоффри только сначала надо послушать, что он скажет нам. Что такое? По планам битвы расскажи. Мартин принял решение. Клинки поддержат его. Ну и все, собственно, тогда. Прощай. Иди. Пока. Это кто? А, это он. Хорошо. Так, тенегрива не видно нигде. Ладно. А вон он. Я просто давно на нем не катался. Соскучился. Иди сюда, лошадка. И давно ты тут ходишь? Все, что захочешь, друг. Баурус. Баурус стал выглядеть как-то более молодо. Всегда разит точно в цель. Прикольно. Так, хорошо, сначала починиться, потом... что у нас тут в Бруме? По-моему, что-то было какое-то дело. Ну, в принципе, знаете, мы починим сейчас, да, пойдем к графине. Охота уже реально посмотреть на эту битву, потому что... Я думаю, это будет эпично. Хотя, учитывая, что это Обливиан, я думаю, эпичная битва сведется там в битве стенка на стенку. Что тоже по-своему прикольно. А нет, смотри, они все выступили просто. Понятно. Так, вы пока идите, а я догоню. Какая встреча? Здравствуй. Эй! Так вот герой, который помог капитану Бурду уничтожить эти проклятые врата Обливиона. Отличная работа, друг, отличная. Хорошо. Что слышно в последнее время? Эй, это тебя называют героем Квачча, да? Это тебе мы обязаны закрытием врат Обливиона и спасением города? Ну, так-то да. Но, в принципе, это все, что ты хотел спросить. Тогда пока. Береги себя. И ты не кашляй. Так, ну у меня все с собой. Я не думаю, правда, что она все купит. Он, вернее. Добрый день! Добрее некуда. Так, по починке. Давай посмотрим, что там у тебя. Ну, в принципе... Давайте починим все. 44 осталось, ха-ха-ха. А теперь... Чем я могу заинтересовать тебя? Достаем свое и начинаем, вот, допустим, вот это продаем. У него максимум 800. Блин, я не знаю. В имперском городе, по-моему, кто-то брал за большие деньги. Но есть ли у нас резон вообще сейчас двигаться туда? Блин, такие крутые вещи.
Ой, я прям... Вот это просто очень много весит, и если я сейчас его не продам, то потом буду просто запарюсь. Ах, блин, какой крутой меч, да? Так, а что у меня с весом там? Еще... С весом у меня 200... Так... Увидимся! Пусть пока остается, наверное. Блин, что еще у тебя можно там? Давай посмотрим. Для меня... Здесь ты найдешь только качественные товары. Чем я могу заинтересовать тебя? Железные стрелы. Продадим за 12 золотых. С тобой трудно торговаться. Конечно. Я же мастер торговли. Учитывая, что меня все ненавидят просто. Так, вилкинские камни. Что-то по 21 всего берут, это печально. Ну, ладно, что, тоже деньги, по сути. Окей. Это хорошая сделка. Да, неплохая, учитывая, что эти камни... Одно продают. Удовольствие обслуживать такого клиента. Ну ладно, бывай. Я, конечно, мог бы с тебя сейчас 1600 поднять. Но лучше не надо. Слишком крутая вещь. Так, ну что, как думаете? Идем говорить? Ну ладно, пойдем. Графиня, я сейчас думаю, просто в осадок выпадет от новостей. Здравствуйте. Я там ничего не пропустил? Добрый день. Добрый. Приветствую. Какие новости из храма Повелителя Облаков? Как бы тебе помягче. Тебе знакома история Белого Прохода? Да, знакома. Нет, мне это не волнует. Грубость? Так, ну что, давайте скажем и насчет плана битвы. Воистину отчаянный план. Этот принц? Император? Мартин готов рискнуть судьбой целого города, чтобы заполучить великий сигельский камень? Мы должны вернуть ему лет. Это единственный способ остановить вторжение Обливиона. Должна признать, никто еще не говорил со мной о победе над Дейдра. Эта война оказалась мне безнадежной. Но что нам оставалось делать, кроме как ждать, пока не найдется герой, который спасет нас? И теперь... Появляется наследник трона, скрывающийся в храме Повелителя Облаков. И, может быть, герой тоже? Мартин ждет часовни. Ты уходишь от ответов на мои вопросы. Хорошо. Не думай, что я сомневаюсь в тебе. Правители Брумы всегда имели тесные связи с храмом Повелителя Облаков. Мы знаем, кому они служат. Я встречусь с Мартином в часовне. Когда все будет готово, я прикажу своим людям прекратить закрытие врат и готовиться к битве. Может быть, вы еще и жителей выведете, потому что это немножко опасно, я не знаю. Знаете, я думаю, а может нам еще стрел купить? Потому что у нас их, ну, не сказать, что так прям много, 60 штук и этих 39. Или хватит? Я просто чувствую, что сейчас мы попадем в Обливион на очень долгое время, то есть там на часик, где-то на два, и это может быть без стрел довольно печально. Но с другой стороны у нас денег, хотя давайте попробуем. Я думаю, что у него стрел просто нужных не будет. Ладно, посмотрим. Не знаю, на мой взгляд лучше всего вообще как-то эвакуировать полностью город. Заколотить все дома, все двери, все окна. И после этого уже заниматься вот этой вот порнографией, которую они выдумали. Я, честно говоря, против этого плана. Потому что, ну не знаю, с другой стороны, тут уже подготовлено и пойдем. Так, здравствуй, Фьотрейд. Приветствую. Морт. Доспехи, оружие, у меня есть все. Чем я могу помочь тебе? Двемерскую взять. Давайте. Все, на все деньги. Блин, точно ничего больше не могу продать, кроме этих.
Ну да. Еще. До свидания. До свидания. Так, окей, ладно, пойдем. Я думаю, сейчас будет что-то. Многие, кстати говоря, уже давно зовут меня на безумные берега Шагарата, но я думаю, туда я двинусь не быстрее, чем мне надоест оригинальный мир Обливиона. То есть мы туда съездим, но чутка попозже. Есть еще очень много дел. Ваше Величество, я Нарина Карвейн, графиня Брумы, к вашим услугам. Не нужно формальностей. Я еще не император. И я еще не свыкся с мыслью о том, что являюсь наследником трона. Спасибо, что ты пришла. Я знаю, что прошу о большом одолжении, однако это единственный путь, иначе я не предложил бы его. Я уже беседовала с твоим соратником. Ситуация ясна мне. Я согласна с тобой. Осторожностью нам войну не выиграть. У тебя редкий дар видеть в отчаянных шагах дорогу мудрых. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы защитить город, миледи. Если Брума падет, империя падет вместе с нами. Да будет так. Ну хорошо, порешили, значит. Дело, по сути, ваше. Я созову ополчение, если это необходимо. Но неужели нам придется сражаться одним? Я не думаю, что нам удастся пережить нападение Дейдра. Я приведу еще союзников. Но пускай попробуем походить по городам, попросить, если это возможно. Потому что, блин, реально город. Мне, по сути, больше всего нравится. Это такой филиал Скарима в Обливионе. То есть, ну, в Кирадиле. Спасибо тебе. Я знаю, что промедление опасно. Но если мы проиграем битву до того, как ты добудешь великий сигильский камень, все пойдет прахом. Хорошо. Когда приготовления к битве будут закончены, дай знать. Графиня прикажет своим людям перестать закрывать врата Обливиона у города. Хорошо. Что у тебя там? Расскажешь мне по планам битвы? Мы должны позволить мифическому рассвету реализовать их план открытия трех малых врат возле Брумы. Согласно бумагам, изъятым тобой у шпионов, они должны открыть трое малых врат перед тем, как откроют великие врата. Великие врата позволяют им вывести на поле боя осадную машину, которая пробьет стены Брумы, как это было в Квачче. Это наша единственная надежда добыть великий сигильский камень, нужный для ритуала. Когда великие врата откроются, тебе придется действовать быстро. Окей. Ладно, вы тут пока ждите. Прощай, друг мой. А я пойду подумаю, как там можно насчет... Так, Джоффри, может, подскажет, что... Что такое? Надо будет поговорить с местными управляющими. Пусть твое сердце будет искренним. Управителями, и тогда... Все, что захочешь, думаю, друг. У нас все получится. Пусть Пойдем. Твой меч всегда разит точно в цель. Я так понимаю, что это уже финальная битва игры, то есть основного сюжетного квеста, и поэтому спешить мы особо не будем. Я думаю, лучше подготовиться, потому что чем мы лучше подготовимся, тем это будет более эпично. А пока что у нас идет красивый снежок, и нам норм. Привет! Привет! Хорошо, куда пойдем? Пойдемте-ка мы сначала, я думаю, в имперский город, хотя там мы точно не получим поддержку. Корал, мой любимый город, почему бы не прийти туда? Там у нас, кстати говоря, девушка, которую мы спасли, Аргонианка. Я думаю, там нам можно выбить скидки и хорошо, выгодно продать свои вещи. Так, ладно. Вообще, очень многие предлагали перестать пользоваться быстрыми перемещениями. Ого. И тут тоже, да? Ладно, в эти врата мы пойдем уже после того, как решим основную проблему. Короче говоря, быстрые перемещения, они по сути очень сильно влияют на атмосферу. И вот эти вот путешествия, они, ну, с одной стороны, конечно, я
Могу сказать, что да, это было бы круто постоянно ходить пешком. Но с другой стороны, дело в том, что мир Обливиан, он мертвый, в отличие от мира Скайрима. Здесь реально особо нечем заниматься, кроме как по дороге ввязываться там в драки и все. Если ты заходишь в какие-то пещеры без квеста, то единственное, что ты там найдешь, это может там пару монет и какие-нибудь дешевые шмотки. Здесь это не поощряют. Так что я считаю, что лучше нам перемещаться быстрым перемещением. Если там по квесту куда-то нужно дойти, то лучше идти как раз уже пешком. Так будет и интересно, и прикольно, и вообще. В общем, вот такие дела. Привет. Привет, красавица. Добрый день. Добрый. Мне нужна постель. У меня есть свободная постель, если тебе это интересно. 10 золотых. Что скажешь? Ну, я сниму комнату. Твоя комната вверх по лестнице, первая дверь налево. Спокойных снов. Вот эти вот мои мещанские привычки. У меня сколько и там? Тебе всего 40 золотых септиму в кармане. А я все равно снимаю лучшую гостиницу в городе. Опа, лучше бы там, в этом, батраке бы. Поспал бы и все. Ой, батраке, говорю, бараке. Что-то я сегодня несу опять ерунду. Как обычно. Ладно, давайте спать. Так, мы поспим 12 часов до следующего утра, а потом пойдем по магазинам, шопинг устроим. Прикольный город, он такой уютный, небольшой, и здесь, по сути, никогда ничего не происходит. Это, по-моему, круто. Так, ладно, доброе утро и погода. Так, кстати говоря, у меня да, лук на месте. Вот меч что-то не на месте почему-то. Окей. Я надеюсь, они открыты уже там. Короче, в отличие от предыдущей серии, это будет более такая социальная. Мои дети голодают. Пожалуйста, помоги. Иди работай. Привет! Здрасте. Там кузнец, по-моему. Давайте сначала сюда дойдем. Но здесь, с другой стороны, я не помню, что именно продают. Скорее всего, какие-нибудь склянки просто, поэтому продать ничего особо я не смогу. Да, посмотрим. Здравствуй, ты Дарма. Похоже, проныра. Это ты мне, я твою дочь спас. Или подожди, кто из вас дочь, а кто мама, я не помню. Ой, у вас не поймешь, неважно. Приветствую. Поторгуем. Взгляни на мои товары. Наверняка тебя что-нибудь заинтересует. Короче, торгуешь всякой ерундой. А покупаешь что? Допустим, вот это мы тебе продадим. В принципе, поставить может? Да, нет, продадим. С тобой трудно торговаться. Конечно. Как же иначе-то? Так, вино пусть остается. Эти зелья, зелье мощи, вот, допустим, я его практически это хорошее не использую. Сопротивляемость мне тоже не сильно понадобится. Так, ядами. Яд, кстати, можно вот это продать. Это применить на свое оружие. Так, ну и что тут? Отравленное яблоко может уже выкинуть, потому что я все равно его никому не собираюсь подкладывать. Если только поржать, так это будет очень в духе поп-копа. В принципе, все, да? Так, а чего заходи. Ты учишь? Я многое могу показать тебе. Торговля? Нет, не надо. Мне так неплохо. Береги себя. Так, ладненько, пойдем к кузнецу, и я думаю, все-таки мы продадим эти не очень нужные вещи. А потом я начну думать, кто же здесь управитель в этом городе. Скорее всего, где-то он там в замке сидит. Пойдем попросим у него помощи. Нет, пойдем. Пойдем все-таки продадим, пойдем. Там, конечно, можно поднять, я думаю, при хорошо развитом навыке торговли, где-то 1004. Что я могу... С каждого предмета. Ну, я просто таскать их с собой не хочу. Могу я заинтересовать тебя своими товарами? 1200.
Да, забирай. Слишком много весит. Это то же самое. Так, окей. Это нам, в принципе, тоже не нужно. Потому что, по сути, у нас есть гораздо лучше ножик. Это больше, чем я плачу обычно. Так, 109 двеберских и 39 серебряных. Будем ли мы брать еще стрелы? Я думаю, не будем. Расскажи. Все, пойдем. И тебе всего наилучшего. Потом еще я хочу разобраться с Чейдинхоллом, потому что вы помните, там, где у нас темное братство, там, блин, что-то местный герцог лютует по-страшному. Так, отсюда мы пройдем к замку, нет? Чуть-чуть уменьшили бы скорость передвижения персонажа, потому что, по-моему, это очень неатмосферно. Хотя, пойдем. Здрасте. Это кто это там такой? Они, походу, застряли. Что-то случилось? Вы слышали? Где-то там кто-то кричал от боли. Что-то странное произошло, похоже, баг какой-то. Да. А, помню. У вас мы тут бывали. Привет. Я Лейт Ваврик. Главный Герольд графини Валги. Добро пожаловать в Корал. Ты очень женственный такой. Графиня ведет прием. Просьба соблюдать этикет. Счастливо. Пока. Геральт. Приветствую. Добро пожаловать в замок Корал. Здрасте. Рада встрече. Я графиня Корала, Валга. Хотелось бы мне иметь время на беседы, но, увы, сейчас я занимаюсь расследованием преступления. Я, конечно, все понимаю, но тут Брумы скоро, похоже, не станет, если вы будете своими делами заниматься. Хотя я сочувствую Бруме, безопасность Корала для меня превыше всего. Я не могу выделить ни одного солдата, пока Коралу угрожают врата Обливиона, открывшиеся возле его стен. А, ну все, понял. Так, а почему у вас дом тут? Когда мы с тобой подружимся, спроси меня еще раз. Ох, капец. Расскажи мне про канцлера Окато. Будучи главой Совета Старейшин, верховный канцлер Оката в настоящее время фактически является правителем Империи. Окей. А что вообще за... Кого ты ищешь там? Сожалею, это секретное расследование, а я недостаточно доверяю тебе, чтобы обсуждать с тобой этот вопрос. Скоро начнешь доверять, я думаю, потому что я сейчас пойду и почищу твои врата Обливиона. Я думаю, это будет... Сложно, но интересно. С новым балансом это будет реально круто. Как поживаешь? Без такого количества кровавой боли. Так, хорошо, у нас есть задел на следующую серию. Врата Обливиона, и я думаю, там будет достаточно много экшона, потому что такие вот врата, они, как правило, самые злые, которые около городов. Не знаю, посмотрим. Блин, за этот город я любому пасть порву, потому что это мой любимый город в игре. Равне с Брумой. Чем могу помочь? Хотя, по сути, я, вы знаете, столько играл, а еще ни разу не был, допустим, в Анвиле. Поч. Вообще, так представьте, да, это, по-моему, выглядит достаточно страшновато. Повод забеспокоиться вообще. Честно говоря. Там есть кто? Наверняка есть. Так, скамп. Спокойно, скамп. Блин, я скатываюсь. Господи, что ж ты мечешься? Ты не гриф, хватит, пожалуйста. Да, как видите, враги тут не самые простые, но при этом вполне убиваемые, так что я думаю, будет реально круто.
Так, вернем часть стрел. И, в принципе, на этом давайте заканчивать. В следующей серии пойдем в эти врата Обливиона и будем чистить, будем помогать городу, потому что нужно уже как-то собирать реально войска к Бруме. Если каждому городу придется оказывать такие услуги, то, я думаю, это затянется надолго. Но, тем не менее, мы будем перемежать это дело разнообразными второстепенными квестами, которых тут тоже еще очень и очень много. Так что, я думаю, на ближайшее время у нас план действий вполне отчетливый и понятный. Надеюсь, вам понравилась эта серия, которая была, по сути, больше социальной, чем боевой, в отличие от предыдущей. Что тоже по-своему правильно. Увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.